Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 186. События дня. Эпиграф. Бытие 3.19. В поте лица твоего будешь есть хлеб. 15 июня 2016 года. Эпиграф один и тот же повторяем многократно, потому что мы уже в Потеряевке, и здесь важен этот вопрос. В поте лица, чтобы есть. Вот приезжают новые люди. Ну, вот вы увидите дальше, записи есть. То к работе не приспособлены. В 30 лет ничего еще не знает. 38 лет. И не знает, как топор держать, как лопатой работать. Комарик сядет, умирает буквально. Вчера гляжу, одного из них оса укусила, так он чуть не помер. Вот руками сидишь рядом, он машет руками, зашибить готов. Ну, оса и оса, ну, укусила, ну, больно, ну. Ну, все же можно как-то претерпеть-то. Ну, тут не говорят, что там тебя мучают где-то за Христа. Работа тша, я не могу поднимать. Несли бревно, свободно бросил его. Там еще голову не оторвало второму. Да как же ты бросить-то мог его? Ты даже ты еще, Роман, ты гляди маленько, ты что ты делаешь? Никиту чуть не лишились. Это же большое бревно. Сказал бы, не могу, подожди, я положу. Никаких бросил. Я говорю, что еще делаешь-то? Но тяжело нести. 38 лет человеку. Даже убийство какое-то. Дал бить, а дорогу там надо, чтобы трамбовать-то. Пошел, а мне тяжело это. Ты больной или еще? Нет, не больной. Ну что значит тяжело? Объясни, что значит тяжело? Ну, 10 килограмм в руках тяжело для мужика. А зачем тебе жить тогда нужно? Ну, наглотались таблеток, да все. Все это прошлая блудная жизнь. Я никак не понимаю. Ну, так бросил все, я тогда подошел, беру, я так, ну, мне это 78-й год. Я изуродованный весь, и руки, не знаешь, куда, где, что спрашивать-то, с калека, сморщок поганый. И виду не даешь даже. Ну, и давай дальше. Значит, да, я, ладно, сядь и сиди, говорю. Сиди, смотри на нас, и до конца. До конца досидели, мы пошли, я даже не приглашаю домой идти, и пошли. А человек тут всего 2 дня. 2 дня уже биография пишет. Ты как к крещению как готовишься-то? Ты по всем параметрам готовься. Быть человеком наипервейшее. Ну, расспрашиваю, выявляю. Еще по телефону, когда по скайпу говорили, я видел какая-то ненормальность. Глаза бегают, то другое. Ну, все объяснил. Объяснил и разрешили приехать. А сейчас вот, ну, пока ничего. Никаких решений-то не выносим. Ну, не знаю, на какую работу поставить. Чего не дашь, не так. Не знает совершенно ни один инструмент. Не завязать, ни... И такой вот Виталий. Виталий, это матушка попросила. У нее работает на огороде, гляжу, тяпает. Вот маленько что-то. Везде Володя. Володя почему? Старается, пришел. Сколько мы вчера пилили, лес тяжелый. И поднимать не с кем, пришлось пополам рубить все это дело и на другое опускать. А на свое, что необходимо на плотину, идти сегодня снова в лес. Вчера разведку сделал, один ушел, и 2 вылез оттуда. Комара море, откуда комара столько? Вроде засушливое было здесь лето, но сейчас дожди тут пошли. Вот то другое. Ну, значит, другая одежда. И как? Что за комара? А ты в Томске это посмотри. Что там делать? Тут Потеряев приезжал здесь, Геннадий, Потеряев, это правнук основателя Потеряевки. Там, говорит, вот так вот, если ешь, говорит, горячий там суп, вот так рукой махнул, вот сколько захватило, в чашку бросил, и не видать, это от мошкары, от комаров, полностью поверхность чашки забита. Если за оленем гонится, он бежит, ноздри забивает, он мертвый, говорит, падает. Ну, не знаю, так нет. Комарьем. Да у нас-то разве столько? Сделали тут обед один наверх, ну, холм там 1,5 метра выше. И ветер раздувает, вообще комаров нету. Детей приучаем. Вчера вот зайдут, двери откроют, не закрывают. Кельи, где спят, не закрывают. Почему не закрываете? Пришли в смотровой зал фильм смотреть, дверь не закрывают. Ну, закройте. Ну, все, разрешаешь дальше уже. И в шапках сидят, этого, ну, в фуражках. Комар. Так можно как-то оборониться. Вот я здесь нахожусь отдельно. Скворечник называется снаружи. Ну, все время колотишь везде. Тут у меня... штук 8 хлопушек, ну, из газеты свернешь и как-то. Вот пишет мне, специально не называю уже, вижу, что дурят просто некоторые. А, вот, и знаешься, с кем.
Ну, я знаю, с кем, ну, знаешь, это не означает, что я во всем одобряю. Даже в газетах, в журналах пишут, что редакция не во всем разделяет точку зрения автора. Ну, ко мне-то почему более-то повышенные требования-то? Я с кем-то встречаюсь, я подошел к Сензу. Ну, я так понимаю, понимаю, мое мнение. Я нигде это не распространяю, что давайте все так делайте. Мне так открыто. С католиками я вообще никогда не спорю. Ну, вот Бритый тут я ему скажу, что Папа Римский глава, я не согласен, примат папства, намертво отвергаю это. Но судить патриарха даже не берусь, патриарха Кирилла, за то, что с Франциском встретился. Ну и встретился, и что? Вот мне вчера даже звонит священник. Я, ваше духовное чадо, меня духовником называют своим. Я его уже не вижу, это 20 лет. Ну, я к вам сначала приехал, ну, правильно, а там священник вот просит, ну, говорили об этом, ребенка принять в лагерь-то, ну, везите, посмотрим, ну, оно вот такое-то, ауди там эти называют, он там сам для себя, ну, тут дальше мы посмотрим, у нас были такие, ребенок приехал, он не разговаривает, а что случилось? Отец зарезал мать на его глазах, вот представьте, что, и бросил, и он один был с ней, с матерью. Один там, суток трое. Ясное дело, что неладно с ребенком-то. Но у нас он разблокировался. И все забыл. А мы ему говорили о Боге, о маме. И молиться Богу. И нормальный ребенок стал. Любовь. Любовь Божия, не сюсюканье. Вот посмотрите даже на дети у нас, как эти рождественские всемирные чтения. Там у Дворкина собрались, меня судят, посвятили там... Дудин дал, написал материал на меня. Ну, что пишите-то? Вы бьете по пустому месту. Меня там уже нет. Я уже на 10-м полигоне работаю в это время. А вы все бьете. Надо в Роснадзор, да как лагерь. Ну, вот лагерь опять открытый. Дети радуются. И главное, доклад делает. А дети смеются, и всем нравится. Нравится. Я сижу, воду разливаю, а их 10 человек вокруг меня. Все машут руками, веточками от меня комаров отгоняют. Но это не любовь. И все смеются, все довольны. Но вам-то зачем это судить-то? Никого не судите. То есть от чего? От безделья. И особенно, когда скажешь, ну это работает, я в этом возрасте, а вы, я работаю. Говорить нельзя. Почему? Потому что это обличение. Павел не боялся сказать. Я более всех потрудился, чтобы обличить бездельников. С коммунистическим настроем привыкли, где мамка, тятька там тебя пристроит. Где Абрам, там и Саре секретарю место дадут. Самому надо работать с нуля. Мы каждый день работаем, и дети работают. Щепочки собирают, и вы увидите, выставляем сейчас ролики уже. Начали выставлять. Ну, не кому-то, а просто людям нравится. Не могу найти ни одного объявления о лагере. А то здесь украинские беженцы-баптисты хотели бы девочку свою отправить, старшую. Спрашивают, сколько стоит тому подобное. А я и не знаю. Ответить, что я показываю, что на нашем сайте все это есть самым подробным образом на нашем сайте «Во свете Библии открытым оком», на нашем форуме «Во свете Библии открытым оком» и на нашем видеоканале «Во свете Библии открытым оком». Там объявление. Ежегодно уже 44 года действует православный. Вот действует, именно действует. Детский трудовой лагерь станция со строгой дисциплиной. Ежедневное купание в озере по несколько раз. Готовят концерт. Сейчас вот каждую пятницу костер, картошка, если детей не меньше 12. Вот, которые в лагере. Собираются, которые один день поработал, нет, уже не хочу. То есть родители не приучают к труду. Даже о местных говорю. Слушают ребенка. Вот. Здесь все открыто. Стоимость у нас за месяц, не 3 недели, месяц, 30 дней, 6500. Это чуть не в 4 раза дешевле государственной. А у них-то 90% оплачивает администрация профсоюза, а у нас 100% на нас. Мы все должны сами делать, все. Это я обслугу накормить за это, и на это и я кормлюсь. Но надо еще учитывать следующее. Вот я только заезд сделал, 9 из них 7 бесплатно, из 9-х. И заплатил только один. Я приехал, на молоко денег даже нету. И ну, еще было молоко-то, я тут отдал. Пенсия кончилась, первый раз оказался в долгах. Тому 500 рублей, тому другому 500. Вот. Ну, сказали, что еще подвезут. Дети будут, и кто-то заплатит. Ну, как можно?
Но так помогли продуктами. Очень сильно помогли продуктами. Сами стряпаем, Володя там делает. Видите, как обедаем зеленью. В обслуге ни одного человека нету. То есть готовить на кухне деревенские теперь приходят. У нас запасной, говорит, за вариант. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Видимо, я все же усвоил некоторые ваши уроки. Наткнулся тут на меня один суперправославный под именем псевдонимом. 3 дня не отступает. И так, и эдак. Священное Писание не знает. Один православный дым предания идет. Ха, абсолютно. Дым надмения, как Иларион Троицкий сказал. Один эпизод. А вы вообще, это вот как он свой разговор с ним восстанавливает. А вы вообще какой веры, понять не могу, меня вопрошает. Это Юрий. У меня тоже та же. Ну все открыто, православный епископ, митрополит, тут молимся. Сектанты. Дети ягоды берут. Как расплодились сектанты. А ничего больше не сказано. Дети ягоды едят. На дерево лазят. Сектанты. Купаться пошли. Сектанты. А он кто? А у него ни имени, ни фотографии, ничего. А что? Говорят, черт зализанный. Черный, белый черт. Черт голубой. Разницы нет, как говорил Владимир Ильич Ульянов. Разницы нет. Говорит, какой черт? Он лезет и лезет. Лысый, усатый, конопатый. Какого только нет. А вы вообще какой веры? Он не может понять. И все время спрашивает. 4500 роликов, 900, 5000 роликов практически уже. 5000 роликов наших, не чужих. Я в лагере, половина, наверное, из этого. И, а какой веры? Видит, что молимся, Евангелие считаем, священник лагеря освящает. А какой веры? Дундуки. Манкурты, патриаршие, это они, их попы, сектанты. А самая большая, говорит, секта, это Московская патриархия. Ты посчитай, как называют патриарха и сатана, и еще только нету. На меня-то меньше нападок. Так молитесь за патриарха, молитесь за церковь, по-другому говорю. Ну явно, что без мозгов. Я тебе скажу, ладно, я скажу, я православный, родной племянник Иоанна Златоуста. Ну еще из этого изменится. Ну по плодам судите, Господь, по плодам. Ну, плода наши видно, за стол молимся, за стола, поминаем святых, идет литургия, все выставлено. Ничего не понимают, что попы их обезглавили. А он к батюшке не успел сбегать, а батюшка никого не слушай, нигде не надо сектанты. Это батюшкина проповедь, сектанты. Как у старообрядцев, одна проповедь, ты еретик, переходи к нам. Да вы для старообрядцев-то все, для старообрядцев еретики, тупые, никоньяне, дурные. Ты еретик. Вот это то же самое. Какой веры? Как какой? Православный. Да как же вы еретиков католиков защищаете? Не защищаю, а говорю, что они тоже церковь. Ересь! Вы экуменист, еретик! Покайтесь! Покайтесь! То есть он ни покаяния еще не знает, но он вот там вот верещит за кадром. Все это очень уж напоминает неоднократно слышанное в ваш адрес, да. Истинно вы говорите, что без духовного рождения вся вера и набожность – видимость. То есть Дух Святой не касается. Дух Святой неужели бы это не показал-то? Неужели Богу одни дураки нужны? Или Бог их никогда не избирал? Тут два варианта только. Да, невместим во многих ваш метод, Игнатий Тихонович. А мне он достаточно быстро пришелся по душе, по сердцу. В нем нужно устоять и применить, чтобы ощутить всю действенность и эффективность его применения. К слову, вчера в институте студент-заочник радостно сообщает на зачете, а он сам преподаватель в университете государственном, Юрий Соболев, в Красноярском, и в академии, и ведет еще занятия в епархии православной Красноярской. А я в ютубе вашу видел беседу со священником, старым, с бородой, это он о вас. Я поправил, рассказав, кто есть такой. Я согласен, называйте меня как угодно, но стариком не называйте. Я не старик. Никак. Возраст определяется востребованностью. Я на каждом шагу в деревне. Один пришел, другой, третий. Даже в деревне-то здесь. И по интернету, и по телефону. В общей сложности поздравительных получил на 10-е. Ну и другие дни еще идут. Июня мне 77 лет. Теперь 77. Больше 1000. Только через контакт 450. Повторяю, ни одного плохого. Все доброжелательные. Друзья доброжелательные. Все.
телефон, не успевал, говорит, перчатки снимать, отошел, ну сколько же можно, говорю, ну на другой день, на третий идут, там, я уж не беру одноклассники, там сколько, говорит, было, вообще, то в Фейсбуке, в живом журнале, не знаю даже. Очень понравился, такой классный ролик, такой уровень знания. Видимо, он тут говорит, я не знаю, видимо, этот человек, который говорит, поставлю черточку, прямая речь. Почему таких мало в интернете? Вот, ну да, это его. Во как бывает. Во, теперь за запятушку поставить. Благодаря вам, Игнатий Тихонович, становлюсь знаменитым. Иронично шучу, конечно. Обнимаю. Храни вас Господь. Вот. Я выхожу только один раз. Ничего себе не закачиваю ниоткуда. Я вообще не закачиваю с интернета. И ничего не выставляю. Выставлю, только замки снимаю. Показать. Ну что? А здесь высчитывают, откуда, почему такие деньги большие. 400, кажется, 400 с меня рублей или 450 тут. И вообще ничего не закачиваю. Захожу один раз. Захожу в ночное время при том. И говорят, только зашел гигабайт. Откуда гигабайт? За что? И ничего не пишу, это я копирую только. Ну, в скайп загляну. Больше нет ничего. Ну, ладно. И вот теперь еще что у нас? Какие данные? Ну, вот наш, это мой мир. Видите, тут что-то прилепили. Это с днем рождения. Как убрать это, не знаю. Как его убрать? Цветочек с любовью сделанный. Ну, не знаю. Ко мне не выкидывайте по просьбе всем разное поздравительное сюда. Они становятся в ряд вот здесь, вот, и мне приходится их убирать. Мне не нужны. Я за всю работу, допустим, 5 лет в интернете, ни одного смайла не послал. Мне это не надо. Ну, напиши слово там. Дай почувствовать, что ты живой человек-то. Ну, больной не может. Тут понятно-то. Ну, сами-то... Высылает открытка, не тобой нарисовано это, мне не надо это, не надо. Друзья не принимают тех, которые вот, вот здесь заходят, вот друзья, вот посмотреть даже, коротко показать, кого я не принял бы в друзьях, почему? Ну, во-первых, выдумывают фамилию, лицо не лицо, невидимка какая-то, вот здесь, допустим, вот это все, видите, как хорошо открыто. Вот они, вот Анатолий, внуков, знаете, вот Роман Малыш. А вот это, что это такое? Вот это? Максим Гаврилов. Как это? Друзья, я такого не приму, пока фотографию не поставишь. Ну, Сергей парализованный. Даже по диагонали лицо. Лицо видать, глаза видать. Парализованный лежит. Вот Юлия тут, Марьясов, вот я показываю. И, ну, далековато, это плоховато, но все равно будет. Вот это вот, посмотрите, вот. Елена Ефимова как выглядит. Далековато вот этот город хотел показать. Но здесь как паспорт. Именно так. И не в боком смотреть. Ну вот это. Ну еще глаза-то прячет, не знаю. Вот этот шляпой закрылся. Леха. В друзьях я его не приму. Тут он может ходить, смотреть. Смотри прямо. Вот он, пожалуйста, Артем Кубасов, как открыто. Или Наталья Филатова. Чистый взгляд. Я не говорю, что если на моление, я бы сказал, то другое там не делать-то. Это вот друзья главное, один домик свой. Я не с домиком дружу с вами-то. Ну поставьте фотографию-то. Чего боитесь? Или вот эта вот восьмерка, Мебиус, мебельный магазин. Да с ним я не дружу даже. Я могу убрать, ну это кто посещал, пусть посещают. О, открытый прямой взгляд. Сергей Ильин, ну, видите как, сразу видно. Мудрость в глазах. Как Лесков пишет, глаза как натертые снегом. Вот высказал же так. Вот это разные глупости. Ну вот тут все остальное видно, чтобы смотрел на тебя, видно было. Вот как. Ну это я, к примеру, показал уже. Вот все привяжется, скажет, убирает кого-то. Радуйся, что такие есть, а ты такие не будут ходить. Ну не знаю. Если обижу, так простите. Вот что у нас дальше? Форум. Вот он, православный форум. Игнатия Лапкина. А почему Игнатия Лапкина? Ну, назови Петру Иванову, там, твой будет. Я посмотрел Андрея Кураева, считаю кого, все так. И легко и понятно, мой форум. Здесь материалов моих много. 1590 тем только. Это очень большой, просто не выскажешь, какой большой. Вот. Что у нас здесь? Вот я отвечаю на вопросы. Как раз было вознесение. Сейчас покажу немного последнее сообщение, чтобы показать.
Ну, нападки делают. Вот сколько? Моих только здесь сообщений 7426. Ну, 7426. Наверное, это мой труд. Это огромный-огромный материал поставленный здесь. И дальше, что у нас? Православный видеоканал, открытый Богом во свете Библии. У нас и сайт, все одинаково называется. Вот православный, православный. Нет, вы не православный. Ну, а какой я, кто? Вот сегодня выставлены какие? Сегодня я выставил только. Вот сегодня 11 роликов с утра распечатал. Вот первый, сейчас 46. Ну, представьте, сейчас 46. Но есть кто смотрит. Ну, дальше складывай 6. 39, зарядка, убрать крапиву, еще 9, 10, 19, 25, 30, вот так. Ну, это 6 часов ровно, звонят, не открывая. Все, дают знать, что они живы-здоровы. Беспокоится старшая сестра, сигналы дает. Если я открою, деньги высчитают, нет. Утром меня Никита будет, а будет я уже на молитве стою. Ни разу еще не разбудил, но указание, в 4:40 встаешь, дай 7 сигналов. Контрольные, вот, события дня вставил, 181 они. Теперь материалы идут с запозданием минимум 8 дней или 10. Потому что здесь ставить я не могу, пока через неделю раз отсылаю, там ставят, я смотрю, и вот такое. Вот здесь 3 минуты. Две даже шарик косточки. Это сейчас 32 занятия. Да, сейчас 40. Ясно дело, что вот интересная тема поставил. Два просмотра. Может быть и не два, больше. Сейчас я обновлю, посмотрю. Блудная лихорадка через ноги. Вот. Разговариваю тут со своим. Приехал вот это Виталий Калиников. Уже 17 просмотров. Видите, 17. И люди много может даже научиться. А где тут Иоанн Златоуст обязательно должен быть? Вот он, Иоанн Златоуст. 10, сколько? Ну, слава Богу, сегодня 5 просмотров, а то маловато бывает. Гимнастика утренняя, уже 4 посмотрели. Занятия по скайпу меньше, шарик меньше. Приезжают без карманов, а здесь пришивают. Надежда Васильевна старается здесь. Ну вот у меня тут, можно сказать, все. На этом конец. Отключается. Связь окончена. Вот так. Ну и все.